It is here that our story begins. A story different from any you have read before. Всем привет, друзья! У нас сегодня будет новое обзорное видео очень интересного устройства с Китая. Штука называется Торнадор. Кто в курсе, что это такое, меня поймут, если я скажу, что она очень полезная в доме и в гараже. Ну, это прямо убийца химчисток. Вам не нужно отвозить свою машину в химчистку. Не знаю, свои ковры в химчистку, если они у вас не очень большие. Если вы имеете вот такую штучку. Итак, данное приспособление имеет вот такую форму. Вот такая у нас еще есть насадочка внутри. Пришел данный товар у нас с сайта Banggood. Я там часто заказываю. Рекомендую, ссылочки будут в описании, если вас эта штука заинтересует. Меня она очень заинтересовала, потому что у меня машина 82 года, это первая Jetta MK1. Вот, она грязная, потолки там уже выцвели, вы понимаете, машине уже будет скоро 40 лет. И нужно чем-то чистить. Итак, штука представляет из себя вот такой вот пистолет. Внутри у нас находится вот колба, куда мы заливаем жидкости моющие. Сейчас все увидите, я буду чистить машину, чистить ковер. Буду, кстати, чистить ковер от шерсти. У кого есть домашние животные, вы, я думаю, знаете, что очистить ковер от шерсти — это просто беда и апокалипсис. Потому что вы его ничем не очистите. Ни моющими пылесосами, ни строительными пылесосами. У меня есть Керхер, мощный, хороший строительный пылесос, он не берет шерсть. Эта же штука, как говорят производители и те, кто, короче, выпустил, должна все взять. Итак, у нас, значит, есть вот такой вот утяжелительный поплавок. Это очень хорошо, потому что использовать данный препарат вы будете вот так, вот так, вот так. Как бы вы его ни использовали, у вас, получается, вода будет, ваша химия будет поступать. То есть это круто. Он подключается к компрессору. У меня 50-литровый двухцилиндровый компрессор. Ну, как я понял, для нее мощных компрессоров не нужно. Подойдет и обычный. Эта насадка у нас сменная. Мы откручиваем ее и можем заменить на вот эту вот насадочку. И я сейчас вам в двух словах, как я понял, расскажу, как вообще она работает. Торнадор, она делает как бы такой циклон и вынимает всю грязь. Вот. Ну и есть два режима работы. С подачей химии и без подачи. Вот это без подачи, не, это с подачей, это без подачи, если я не ошибаюсь. Сейчас все посмотрим. И значит, вот у нас есть пластиковый носик, он крутится и получается делает эффект торнадо. То есть вся грязь, он вынимает ее на себя. Кстати, замечу, нужно промывать часто, это вы все сейчас увидите в работе. Поработали немножечко, промыли его в обычной воде и погнали дальше. Вот, ничего сложного, все очень просто. И два слова еще про химию. Значит, нужен концентрат. Я его не нашел, потому что, я не знаю, у нас город не сильно маленький. 100 с чем-то тысяч, 150 вроде. Концентрата нигде не продается, пришлось заказывать. Придет он завтра, а я уже хочу сегодня чистить и вам показать. Значит, у нас есть вот такое вот средство для чистки пластика. И не только пластика, а жирных пятен внутри пластиковых и виниловых частей автомобиля. Как мне объяснили, можно им чистить и обычные сиденья, и пластик, короче, и крышу, можно все чистить. Я его взял, разводить я не знаю, как сейчас буду, наверное, один к двум или к трем, потому что это не концентрат, как я понимаю. Концентрат придет завтра. И, в общем, сейчас увидим, как все это делаю. Погнали смотреть, будет очень интересно.
Кстати, у кого есть на МК2, на МК1 Volkswagen уплотнители, резинки уплотнители оригинальные, поделитесь, а? Капец, это уже старые какие-то и не родные. Late into the night. But pigs don't stand a chance of fighting. You're right. Yeah, of course you're right. But I have so much to do and so little time. Maybe every once in a while I want to go out and have a beer and maybe I don't give a. He sought to prove his greatness again and again. Ну и что я же вам скажу по Торнадору?
штука классная, реально штука годная. Только смотрите, какую химию вы будете заливать. Значит, я заливал вот такой вот какую-то химию по пластику для чистки пластика. Она не пенится, Торнадери работает хорошо, пластик чистит обалденно. Я крышу в своей первой Jetta MK чистил нормально, правда, там у меня она выцвела, но грязь очистила, так я вам скажу, хорошенечко. Потом я вот купил вот такой вот концентрат, чистит он также хорошо, вроде как им обивку немножко лучше, он обивку немножко лучше чистит, вот, но он пенится. Ну, в принципе, штука также очень хорошая, чистить им возможно. То есть, смотрите, хотите очистить только пластиковые какие-то покрытия, покупайте вот такую же штуку, она меньше пенится. Хотите почистить те же пластиковые покрытия и обивку, можете купить эту штуку, она универсальная. Вот, это вообще концентрат, он разводится. Вот. Также опять, вы видели, все, есть две насадки. Мне вот эта вот насадка немножко лучше понравилась. Ну, она как бы этими ворсинками расчищает все это дело. Вот. В Торнадере есть две функции. Один на продув, только воздухом он будет дуть, а вторая функция будет уже дуть жидкостью, химией. Вот. Пластик и крышу, как вы видели, нужно сразу, получается, работать Торнадером, зачищать, ну и сразу, получается, тряпкой вычищать, зачищать. Вот. Вытирать, потому что химия сохнет, как я понимаю, вот какие-то такие приколы. Вот. Так что Торнадер, если вам нужна химчистка в домашних условиях, там вам нужно, не нужно много чистить, вот, можете покупать вещь. Я покупал на сайте Banggood, ссылочки будут все в описании, приходите, смотрите, вот, и берите. Значит, смотрите еще, какие есть нюансы. Как вы видели, после того, как я чищу грязные поверхности, Торнадер нужно опускать в воду и продувать, потому что сопло, короче, и стирается об эту грязь. И стирается, в общем. Я, если... у меня у друга есть тоже Торнадер. Он, как я понимаю, не чистил, не продувал его в воде. И у него это сопло внутреннее стерлось. Так что, если я возьму его, то я вам покажу. Но это уже будет сейчас, уже в конце, после моей речи. В общем, как-то так. Приятно... напишите, приятно было ли вам смотреть это видео. И полезно вообще. Также, всем спасибо за лайки. Всем спасибо за комментарии, обязательно пишите комментарии в видео, как вам эта штука, годная она или нет, ну а может она у вас есть. И подписывайтесь на канал, спасибо за просмотр, всем пока-пока, не выключайте, я сейчас думаю, что покажу вам второй Торнадер после, не знаю, полугода использования и его не чистили. И там должно быть и стирание сопла, в общем, выработка должна быть. Все, всем спасибо, всем пока. Итак, что же мы имеем? У нас есть два Торнадера. Вот этот уже давно в работе, не у меня, у моего товарища, этот мой. Итак, смотрите, вот мой, как говорится, нормальный. Пимпочка — это нормальная середина, тут уже она слизанная и с выработкой. Причем выработка очень большая. Времени, сколько этот Торнадер в пользовании, этот я не знаю, больше чем полгода, это точно. Вот, смотрите, также выработка пошла вот внутри. Вот в середине. Ну, это я предполагаю из-за того, что он ни разу не мылся во время работы. И вот эта вся грязь во время работы обседала и стиралась из стенки, и сам этот пиптик. Подозреваю, что этот пиптик и так будет стираться во время работы, но просто не так быстро. Вот видите, вот он крутился и вот делал такой вот паз. Вот так его колбасило во время работы. Ну, соответственно, если бы его мыли, я так предполагаю, что данный Торнадер, данный этот вот пиптик прослужил бы намного дольше. Так что, ребятки, мойте свои Торнадеры во время работы много-много раз. Чем больше у вас пыли и грязи в работе, больше раз промывайте. Все показано в видео. Все, всем спасибо. Вот, смотрите еще раз. Мой новый Торнадер и уже старый Торнадер. Мой. Я Торнадер я мою, старый никто не мыл. Так что мойте, в общем, Торнадеры.